Всем привет, ребята, и мы сегодня построим свои школы. Да, начинаем. Даритель. $10 надо. Так. Чё, у меня $10? Дорога готова. О, $2 в секунду теперь. Да. Первый этаж. Вау. Стен так много. Угу. Ты собрал? Чё собрал? Ты так быстро? На стену. Так. Ну какие стены? Эту стену. Классные. Он только не 55 всего лишь стоит. Все, сейчас куплю стены. А, ты стены еще не купил? Сейчас купил. Я купил. О, надо... Миш, смотри, тут надо убирать. Я знаю. А, блин, мне не хватает. Окна. Все, поставил окна. Короче, буду собирать на классную. Мне надо сначала вот эти сделать. Шкафчики. Класс тут ты пока не купишь. Почему? Потому что давай очень тогда долго будет. Надо пока наружу все делать. О, здесь 600. Лучше пока эти шкафчики доставлять, а то в класс тут как выйти, как выйти, как выйти? Как выйти? А ты что сделал? Как выйти, Миш, как выйти? Я не знаю. А вот. Ёшкины трёшки. Уже $165 накопилось. О, все готово. Освещение. Я купил, сейчас классный куплю. О, 3 звезды легендарные. О, 4 звезды. Сразу же 4 звезды. Ё-моё. Ты же сам сказал, сначала шкафчики надо покупать. Мне на них денег не хватает пока что. А на классную хватает, да? А потому что у меня накопилось нечаянно. Где мои деньги? Вот куда они только что исчезли? Ко мне пока никто не будет ходить, потому что у меня еще там внутри не обустроено. Так. 404. Пока что не делай. Класс. Выбирай, где больше всего звезд. Либо искусство, либо сельское хозяйство. Искусство, арт. Вау. Сколько там? Ко мне я пришел. Смотри. Ко мне я пришел. Ко мне я. О, лагает пипец. Сейчас отвиснет. О, все. Пипец тут дорогое. Это кто ко мне пришел? Ко мне горилла пришла. Ну тут я еще не могу ничего купить. Все, я покупаю столовые сиденья. Тебе хватит? Да. Тут все дорогое. Все, я купил. О, смотри, кляксы, маляксы. О, пришел челик. Папузианов. Так, растения, шкафчики. Сейчас 1000 рублей накоплю. Я пока буду убираться. Лысый чел пришел учиться. Все, мне 1000 рублей.
Я пошел обустраивать. Ух. 410. Входная дверь мне нужна. Это что мне такое? Там тоже дерево поставлю. Смотри, какой у меня теперь красивый входной вход. В смысле, он так у меня такой же. А ты деревья уже поставил? Да. А. Правильная парковка. Ладно. Вот что они этот мусор разбрасывают? Достали уже. Вот что здесь какие-то... Я в мой класс пущу только моих подписчиков. Я тоже в свой. Короче, все, покупаю. Раз, два. Может, VIP купим? Как ты купишь? У меня есть немного робуксов. А VIP сколько стоит? 400! Мне не хватит. Мне всего лишь 100. 530. Ладно, подожду, пока у меня... Это что? Дверь только для владельца. О, я теперь могу сделать вот так. Или вот так. Вдруг тебе ходить не будут. Так смотри. У меня так было, мне только что... А если твои подписчики придут? Так, подписчики... Кстати... Ладно. Я пошел обустраивать все в классе, или мне не хватит денег. Ладно, подожду. Мне уже... Смотри, сколько у меня уже учеников. Миша, смотри. Нифига себе. О, все, у меня учитель появился. У тебя уже первый класс готов. 58. Нет, у меня там еще надо. У меня студенты 7, а классы 1. У меня тоже уже люди ходят. А у тебя сколько студентов? Вот тут это вот, что, 3 школы. Открой. 8 студентов. А у тебя сколько? 7. У меня один класс столько. У меня тоже. А у меня появляется второй. Так. Мне пока не надо тот обустроить. А то не будут ходить, надо сначала остальное обустроить. Ты куда пошёл? Иди на урок. Идите лучше на урок. Чё там все сидите? Доска в классе, окей. Все, искусство. Вообще класс. Потолочный. Постеры. Что такое постеры? Не знаю. 400. Ты обустроил класс? Почти. Я, короче, сейчас все обустрою. Ты уже обустроил? Нет, мне тут еще вот эти 770 еще надо. Мне 560 еще и все. Я обустрою весь класс. А, так у меня все, деньги. Все, сейчас обустрою, смотри. Миша. Сейчас. О, все, класс готов. Мне все тут обустроено. Теперь по коридорам все обустраиваю. Еще должна быть мусорница вроде, чтобы они мусор не раскидывали. Классно. Так, мегафон. Доход увеличен до... О! Мне $23 в секунду дают. Я давно уже это сделал. А, вот почему у тебя так много денег. Короче, я сейчас буду очень много денег собирать. Я пока мусор поубираю, зачем вы тут разбрасываете, блин, все. Я буду ждать, пока у меня все накопится. Разбрасывайте, боже, 100 монет. Так, деньги. Я деньги достану. Бутылки. Зачем вы разбрасываете, ёшкин на трёшки? Ну кто мне вообще эту синюю жижу подлил? Я 1400. Оп. 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 Все, я все тут обустрою. Он еще и тут. А, челик с ножницами в голове. У нас тут такое в школе не принято. Так, все. Психология, физика, бизнес, исследования. Бизнес, конечно же, бизнес.
Я бизнесвумен из Москвы. Ты сколько тоже денег? Блин. О, лучше зоологии. Это там животных изучают. Это вообще класс. Вот только там все дорого. О, пума. Пума. Спуки скейри скелетон. Пума. Спуки. О, смотри, чемоданчик. Там мои денежки лежат. Тут можно редактировать. О, не надо мне такой, блин, зачем я поставил? Все. Теперь школьные очки 20. Зато красиво. Так, все, у меня 1700 денежек. О, пришла ученица. Я под... Мне еще... Мне 2000. Нифига. Блин, надо же вот эти вот оп. Ко мне опять я пришел. Все, я обустроил класс. Я уже второй почти обустроил. Нет, я про второй говорю, то, что я второй обустроил. А, понятно. Я тоже обустроил. Все. Я тут все обустроено. А что там, сколько второй класс стоит? Я пока тут все обустроил. Нету. 1200 нет. Стоит. Капец. Ну ладно, будем ждать. Лучше пока по коридору. Да, я буду тут. Я хочу, чтобы у меня накопилось много денег. Капец, как много. Ну чё, чел, привет. Чё делаешь? Я тут директор, кстати. Раз. Там здесь два директора. О. О, все покупаю, я тут уже все обустроил. Или стоп, это сколько тут? А, это... Че? Мусор. Лучше пока не надо было. Ладно. English. Все, буду ждать деньги. Растения или шкафчики? Шкафчики. Здесь что-то... Крутое попадется. А, блин, еще не хватает 200. О, 1800. Это мало. Сейчас 2000 было. А, ну о, да. О, 3 звезды. Все, у меня накопилось 2000. Че у тебя так быстро? А сколько у тебя в секунду? Секунду, я не знаю. Иду за деньгами. Вау, смотри, ушел. Уже 800 накопилось. У меня 900. Все, достроил. Класс, третий, новый? Да, третий, все. Что так быстро? У меня сейчас пипец, как будет много денег. Сколько у тебя в секунду? Английский, изо. Сколько у тебя в секунду? Уже 1000 накопилось. У меня 43 в секунду. У меня студентов 25, у тебя сколько? 32. Все, у меня 1700. Там 1800. Все, пошел покупать новый класс. Че тебе хорошо быстро? Да почему у меня по одному? География, анимация. Блин, я не знаю. Давайте географию. Мне теперь $45 в секунду. О, как быстро. Так, никто не мусорил. О, ко мне ты пришел. Так. Капец, сколько мусора.
Ты застроил? Нет еще. Как ты думаешь, вот там все по 900, я успею достроить или нет? Не знаю. Там все по 900 стоит. Теперь у меня 47 секунду. Да блин, не хватает. Учитель один сидит. Грустно. Без учеников. Сейчас будут ученики у тебя учиться. Четвертый класс стоит 1800. Да, я его купил. Ты уже купил его? Уже давно. Все, я его достроил. Если мне опять повезет. Я его достроил, Миш. У меня 36 студентов. У тебя сколько? 32. О, биология у меня была вроде, а нет. Биология. Так. Студент 36. Все, 2000 берем. Сколько там новое стоит? Новый класс. Классно. 200. Покупаем. О! 4! У меня было уже. Все. 53 доллара. В секунду? Да. Все. Кайфуем. Капец, как много уже. Все, ждем. Нет, 57 студентов! 57? Я 48. Я классов, потому что мало. У тебя сколько? 3? 4. А. Один не обустроен. Капец, тут все дорогое. Так да, это же легендарный класс. О! Смотри, я сам себе пришел, смотри. Сейчас. Смотри. Нифига. Все, надо ждать. Я пошел покупать сиденье для учеников. Ты уже новый класс открыл? Да, у меня 5 классов. Так, где тут рабочий стол? Вот. Печи. О! О! Миша! Сколько стоит? 503! Печи! А мне это было уже. 600 робоксов. Мне не хватит. Так, 2000. Механика. О, я тут машину буду делать. Изобретать. У меня такое было. Покажи. Или нет, нет, не было. Не механика. Короче, у меня один предмет, и у меня будет достроен. Я пойду покупать новый. Давайте тут купим. Бамс. Или сколько там? Зачем я купил? А, все, да. Сколько у тебя классов? Сейчас посчитаю. У тебя весь первый этаж заполнен? 2, 3, 4, 5. 5. Нет, мне еще один остался. Сколько там стоит?
2400 капец. Огурец. А так мне хватает 3000 денег. Сколько стоит 600? Это все дорогое. Психология, бизнес-исследование. Вот смотри, мне тачка. А здесь бизнес-исследование у меня же было. Психология. Лекционный зал. 3000. Ну-ка, сейчас я его куплю. Где мои 3000? Где у тебя лекционный зал? Все, я пошел покупать лекционный зал. Что за лекционный зал? Вау! Только теперь надо деньги ждать. А мне тут никакого не было. Че лучше, че лучше? Ладно, нет. $174. Пожидем. Сколько у тебя студентов? У меня 83. 72. Все, я достроил. Что достроил? 6-й класс. Хочу VIP купить. Он дорогой. Лестница 12000. Капец. Ой. Еще 3000, погнали. Я в лекционный зал пошел. И все, и кончились. Мои мани. Улетаем на Майами. У меня уже сколько... Сколько там все стоит? У тебя сколько стоит? А почему 72? Че так мало уже? Че так мало? У тебя сколько? Сейчас сколько? Студентов. 83. А че? Да у меня, блин, 72. Так, у меня 4000 бабла. Все, пошлите. Так, ребята. Так вот. Вау. Сиденье сколько стоит? 12000 надо дальше. Да. Так это мало. Мало? Да. Давай, накопи. Накопи. Сейчас купится. Мне 5000 бабла. 5000 бабла. Улетаю на Майами, я раскидываю мани. Сейчас у меня до сих пор 83 студента. Все, мне платят 89. Тенге. Это что за чел? Капец.
Может, на этом закончим? Да не, сейчас еще. Давай обустроим лекционный зал. Да. И закончим. Мусор, мусор. Рабочий стол. Школьный свет. Сиденье. Растение. И последний предмет остался в лекционном зале. У меня еще несколько. Сейчас у меня до сих пор 83. Как ты посмотрел? Чё? А, мне 94 платят. Я студентов говорю. А, студентов мне 72 до сих пор тоже. Всё, я достроил. Я тоже. Ну, ладно, ребята, а мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока!